Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Ура! Нас 1000. Когда блогеры снимают такие видосики, у них всегда цветы, шампанское, тортик. Ну, у меня реквизита никакого нет, я просто побоялась. Несколько недель назад Галя Беррю снимала такое видео, и у нее YouTube отключил комментарии, потому что она наливала из бутылки. Я побоялась такое сделать. Я не хочу, чтобы комментарии отключились, не дай бог. Я хочу, чтобы все вы мне написали. И те девчонки, которые со мной с первых видосиков, я вас всех помню и знаю, большое вам спасибо. И все новые люди, которые присоединились, вот буквально, как говорится, несколько месяцев после этой эстафеты пришло больше половины подписчиков. И из старых видосиков у меня тьмущая, я ничего не удаляла, так что заходите, смотрите. Может быть, качество съемки, конечно, не очень, и рука у меня дрыгалась, и какое-то, может быть, что-то другое не очень качественное, но все равно, пожалуйста, я все рассказываю и показываю, как есть. И, конечно, всю весну я снимала видосики вот такого формата «Говорящая голова», но, к сожалению, многие это делали. Это, конечно, была большая проблема всей весны, что никуда пойти, ничего снимать нельзя было, никакой возможности. Но я все равно сейчас снимаю все и вся и пытаюсь показать про Финляндию. Не то, что я снимаю сыр и колбасу, я хочу, конечно, показать и наш центр Тампере, и мой спальный район, и что мы живем, как мы живем, и чем мы здесь в Финляндии дышим. И вы помните, да, что у меня финская семья, мой муж говорит по-фински, у меня финские дети, и мне так всегда приятно, что люди пишут, что Оля, ну какая, как здорово, что вот такой финский акцент у тебя есть. Ну, конечно, может быть, я сама уже этого акцента не слышу, и мои друзья тоже этого акцента у меня не слышат, но новые люди слышат, что, конечно, говорю я по-русски не так, как я, может быть, говорила, если бы я жила в Питере, но так как я живу больше 30 лет в Финляндии, конечно, это все отпечатывается. Иногда, вы знаете, бывает клинит, что-то нужно сказать, но вот вылетают эти русские слова, и прям, как вот, знаете, тут стой, тут не стой, тут играй, тут не играй, тут я рыбу зараорачила. Но все равно я пытаюсь с юмором все это донести, и точно так же, как я снимаю магазины, если уж больно скучно, скучноватый текст, я буду рассказывать, вот здесь рубашка, вот здесь брюки, и качество такое, и цена такая, конечно, люди просто уснут через 2 минуты, хочется все-таки с каким-то юмором все это быстро вам показать, чтобы было весело, и, как говорится, никто не сказал, ой, ну, посмотрел раз, и второй раз смотреть не буду. Конечно, мне приятно, что вы пишете, Оля, большое спасибо, такие хорошие видосики, и буду ждать следующих видосиков. И кто скажет, что теперь люди такие озлобленные, злые, никто никому не помогает? Народ, врут, не верьте, все друг другу помогают, и первые блогеры, которые помогали мне, например, из Израиля писал Шалом Миряне, Евгений Пугач, что Оля, снимай, все хорошо, все у тебя получится. Потом писала Оля, к сожалению, свой канал прекратила, она снимала из пустыни Израиля, хороший душевный блогер был, но вот, к сожалению, она теперь не снимает. И, конечно, когда я первый раз попросила помощи у одного блогера, она показывает русские магазины, и попросила, можешь ли ты сказать, что вот Оля, такой блогер, рассказывает про Финляндию, но она, конечно, никакой рекламы мне не дала и даже не упомянула, что вот если кто про Финляндию хочет посмотреть, зайдите, посмотрите. Вот такой отказ я получила. Ну и после этого, конечно, мои крылья опустились, я думала, что никто никому никогда уже не помогает, и прошло буквально 2 недели, Лена Круглова на своем канале объявила, что вот такая Оля, приколист из Финляндии, позитивная женщина без комплексов, рассказывает и показывает про свои вещи. И вы знаете, в одну ночь случилось чудо. Люди пришли, и буквально прошло какую-то неделю, 2-3 месяца, пришло 300 человек от Лены, и они все остались. То есть, действительно, вы знаете, бывает, что если что-то плохое,
плохое случается после этого, всегда случается хорошее. Вот в это нужно всегда верить. И, конечно, эстафета. Я никогда не знала, что эстафета придет и ко мне. Анжелика с канала «Худеем вместе» прислала мне эстафету. И после этого я познакомилась с такими хорошими блогерами. Галина Бёр из Франции, Наталья из Сардинии. Потом пришел Александр из Сибири. Мы все женским коллективом влюбились в Александра. Такой, слушайте, настоящий полковник. Заходите на его канал. Потом пришла Дита, Танечка из Канады. Тоже рассказывает, все такая куколка, девочка-конфетка. То есть зайдите тоже на ее канал. Ну и, конечно, самый крутой блогер, то, что есть, это, конечно, Марина Микхина. Она блогер из Питера с большим количеством подписчиков. И она мне помогает, то есть просто и программу рассказывает, как делать. И вы, наверное, увидели, что я поменяла немножко название. Мариночка мне, как говорится, наказала: Оля, Финляндия должна быть стоять в конце твоего названия, потому что Ольга Кемпинен, непонятно, кто, чего, когда и сколько. Теперь, видите, стоит Финляндия. Люди сразу понимают, что я рассказываю про Финляндию. Марине большое спасибо. И вот, пожалуйста, кто говорит, что люди не помогают? Слушайте, помогают. И есть, видите, еще хорошие люди на Ютубе, не то, что только, которые пишут только гадости. Гадости, которые писали, их ровно было 2. Но процентуально это вообще, я считаю, минимум. Я их удалила, то есть я забанила. И если считать, что с января вот до этот месяц, 8 месяцев прошло, 2 человека вот таких негативных попали на мой канал, это, конечно, все-таки очень маленький процент. Все люди хорошие, все люди душевные, люди пишут даже друг дружке, подписывают, если кто-то что-то пишет, второй всегда пытается ответить. Это тоже большой плюс, что мы все дружим вместе, а не только то, что я вам подписываю. Благодарю, что вы смотрели. Очень хорошо, что мы все подружились с такой большой компанией. Снимаю я про все, то есть я хочу показывать не то, что сколько в Финляндии стоит колбаса и сыр, я хочу показывать еще наш, конечно, центр. Там пригородок маленький, но все равно центр у нас есть, и магазины у нас есть, и культура тоже у нас есть, хоть она, может быть, отличается от питерской, от французской и так далее, но все равно немножко культуры у нас тоже в Тампере есть. И, конечно, мой самый конек — это вещи. Я не знаю, что бы я делала, если бы моя русская приятельница мне не посоветовала, когда я начала YouTube. Она мне сказала: Оля, твой большой плюс, что ты столько лет трясла барахлом, что ты умеешь про вещи рассказывать все и вся, начинай показывать свои вещи, тогда по магазинам ходить нельзя было. И когда я, конечно, начала трясти своим барахлом гардероб 1, 2, 3, 4, 5, и, по-моему, уже 9 этих гардеробов видео есть, я показываю только свое барахло. Конечно, многие сказали: Оля, ну как здорово, что вот такие видосики есть, прям девочки пишут с формами, что они начали себя любить совсем по-другому, а не то, что там, что ты должен там похудеть или так далее, и так далее. Нужно вообще любить себя такую, как ты есть, и дружить со своей головой. И, конечно, то, что я хожу, снимаю, я всегда призываю покупать все с холодными мозгами, с холодной головой, ничего не хапать, никакого говнилина себе домой не нести. И то, что, конечно, я показываю для всех, пытаюсь показывать и женское, и мужского, немножко детского, кастрюли и так далее. Благодарю еще раз, что смотрите, что подписываетесь, что рассказываете, что вот такой Оля, блогер из Финляндии, из Тампере вещает. Подписывайтесь, не хворайте. Всем физкульт-привет!